Ла-ла! А, это что? Отремонтировал называется? Я назвал это фруктолет. Ездит на горючке из фруктов. Есть три вкуса. На выбор. Сладкий старт, вкусный финиш и быстрый ням. Мама убьет меня. Ты уже можешь перейти к традиционному земному выражению признательности. За такие вещи у нас благодарят плюхой в нос. Хочешь? О, нет. В нос бить не обязательно. А можешь первая сесть за руль, а я... А ты не едешь. Я вообще-то прячусь от бувов. Не хватало мне бува в машине. Еще сдашь меня? Что ты? Мне бы только уехать. Надо по делу, как можно скорее, из города. Мне тоже. Но кто тебе машину чинил? А кто тебя из холодильника выпустил? В расчете. С машиной. Понятно, не очень. Она же прекрасно летает. А машинам летать вообще не положено. Ну и как ее посадить? Ой, похоже, я случайно поменял местами ножные клавиши вперед и анти вперед. Да, я заметила. Газ где тормоз? Тормоз где газ? Стой! За какую враждебность? Бувы землолюдам братья. Хорошие братья! А кем похищена моя мама? Какая моя мама? Моя! Моя мама! А я как сказал? А хочешь найти ее? Хочу. Едем, выясним, где она находится, в главбуфштаб. К Эйфелевой антенне. Куда? В Париж! Выпусти с улицы! В Париж? Поклянись! В чем? Что ты поможешь мне найти ее? Ни то не выпущу с улицы! Слово Бува! Пожалуйста, поспеши, пока нас с тобой не арестовали! Ладно, садись! Париж ждет нас. Едем выяснять, куда дели маму.